Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood, и в данный момент я направляюсь... Кто тут рычит еще мне, а? На свиноферму, и задание у меня убить свиноматку. Провода я нашел, как вы помните, в прошлой серии в деревне. Так, псина. Интересно, будет она на меня нападать или нет? Ну давай. Ах, ты все-таки побежала. Ну что ж, она сделала свой выбор, так же, как и мы. В общем, сейчас, я надеюсь, у нас получится зажарить ее под электричеством. Так, давайте-ка починим вот эти провода. Это ж все-таки повезло нам, что мы их умудрились найти. Для этого мне пришлось в деревне уничтожить полнаселения, а может быть даже и все. Давайте включим генератор. Вот он наш родной. Напруга есть. Горючего достаточно. И начнем, наверное, так, прочитать записку. Установить рычаг посередине. Давайте установим посередине и нажмем... Не, давайте просто нажмем кнопку. У нас уже вроде бы как все должно стоять. Так. Что это за музыка такая? Оу, да по-моему все сработало. Я смотрю, там дымовал так и валит. Надо срочно бежать к этой свинюхе и смотреть, что с ней случилось. Почему так темно? Вроде бы днем бегаем, да? Так, мясо возьмем кусок. Неужели из-за того, что ливень, плохая погода, типа хмуро, пасмурно? Но нам-то все равно, мы в плаще и в шапке, в непромокаемой одежде, нам пофиг на все. Главное сейчас посмотреть, что там случилось. И надеюсь выполнить какой-то определенный квест-задание. Дальше у нас будет, по идее, паренек. Мы должны ему отнести ключик. Так, подождите, я, по-моему, не туда иду. Он же у нас... Да-да-да, ниже надо нам. Так, а тут у нас еще лежит бревно. Ладно, давайте заберем. Погодите, а что у нас тут обыскать? Ух ты, смотрите-ка. Вилы и картофель. Ну, пока место есть, можно это все забирать. Мясо есть? Нету. Тут у нас тоже пусто. Ну, миску-то, в принципе, с этих свиней можно пособирать. Как-никак оно стоит денег. Пускай небольших. Но деньги нам тоже нужны. Я слышу, где-то грибы шкварчат. Ага, вот они. Притаились. Но не тут-то было. Кстати, такая сейчас атмосферка становится, как будто бы приближается ночь. Хотя до ночи там еще очень-очень далеко. Что тут? Смотрите-ка, сколько мяса. Это можно неплохо заработать. Вот что. Здесь пусто. Так, эти мы, по-моему, смотрели. Да, ребята, я уже вижу, что она валяется там дохлая. И почему-то мы здесь ничего не можем сделать. А для чего же я тогда... О, грибы. Моя сладость. Для эссенции самое то. Для чего же я убивал-то эту свинку? Чтобы вот так вот тупо посмотреть на ее труп? Кусочек оторвать я не могу. А, погодите-ка, тут кто-то лежит у нас. Каракули безумца. Пора моим хрюшкам ложиться в кровать. Большая мама хрюшка решила сказать. Их я посчитаю, чтоб сначала узнать, все ли мои хрюшки вернулись спать. Один поросенок, два поросенка, три и так далее. Ага, 87. Это у нас второй листочек и две цифры для пароля. Помните, мы с вами находили в прошлой серии листочек, на котором было две цифры. Так, и у нас тут еще какой-то... Ага, однозарядный пистолет. И все, что ли, я так понимаю, это было наше задание. Вот, взять именно эту записочку. Значит, мы с вами соединяем эти две цифры с теми. Получаем пароль. А если я не ошибаюсь, сундучок лежит у нас в деревне. Да, нам придется возвращаться в деревню. Блин, или забежать к пацану, а? Для начала. Вот я и не знаю, какой бы мне
правильный сделать вариант, выбор. Хорошо, главное, что здесь мы покончили со свиньей. Все, можно о ней забыть, как о страшном сне. И продолжать дальше наше увлекательное путешествие в этом темном и мрачном мире Дарквуд. Так, выходим отсюда. Блин, у меня еще инвентарь заполненный, причем по полной программе. По идее, надо бы выложиться. Хотя в домике-то у меня и станок, точнее, верстак тоже весь забитый. Выкидывать жалко. А что жалеть-то, в принципе, возле дома сбросил все это, да, барахло. И оно никуда не денется. Будет там и лежать. Все-таки лут, который мы теряем по этой карте, он же никуда не девается. И можно в любой момент подобрать и продать. Да, логично. Ну что же, побежали тогда до дому. Ох, сколько. Кстати, я вот ни разу не видел, мне ребята, подписчики мои, писали в комментариях, что полянки, где очень много грибов. Иди сюда, тварь. Опа. Как говорится, бинго, что там у тебя? Оу, проволочка, это хорошо. Блин, давайте вот так, наверное, сделаем. Ё-моё, почему надо вот обязательно выбрасывать? Потом открывать инвентарь, брать это бревно, выкидывать его. И после этого я только смогу взять проволоку. Какой-то бред. Так вот, о чем я остановился. А, да, ребята мне писали, что полянка, где очень много грибов, может выпрыгнуть грибник. Это правда или нет? Или это как какой-то прикол? Я уже сколько раз по этим полянкам бегал, пока еще не видал никаких грибников опасных этих. Но хотелось бы услышать от вас, есть ли действительно такой чувачок-грибничок или нету. Так, эх, совсем немножко нам не хватает до следующей дозы. Но будем надеяться, мясо нам еще встретится, ну так же как и грибы. А теперь давайте разбираться с нашим инвентарем. Мясо у нас тут дофига. Так, металлолом объединяем, замечательно. Забираем бревно. Вилы, они нам не нужны. У нас вроде бы как лопата есть, да, обойдемся пока без них. Причем, кстати, одну виллу можно продать будет. Так, спички сюда положим. Проволока, черт. А, нет, все нормально, две штуки. Как раз делаем отмычку. Хорошо, когда с собой всегда есть отмычка. Любой сундучок, как говорится, будет нам по зубам. Однозарядный пистолет. Так, эти давайте объединим тоже. Ну, а остальное, в принципе, нам как бы и нужно. Вот только вот это выложим. Не будем мы им пользоваться. Так, фонарик уберем, чтобы не тратить. Таблеточки поставим сюда. Ну что же, в принципе, как бы и все. Мы здесь разобрались, а вот еще бревно заберем это. Да и камни как бы здесь тоже не особо мне нужны. Надо их повыбрасывать потом все. Так, время у нас 2 часа. Так, давайте-ка распилим эти бревна. Ага, теперь... А зачем распиливать? Пускай они здесь будут лежать. Инвентарь занимать не будут зато. Так, где у нас... Подкрепимся. Где у нас ямы? Ага, вот они. Давайте запрыгивать. Сейчас мы смотаемся по-быстренькому в деревню. Найдем тот домик с секретным сундучком. Вскроем и посмотрим, что нам там достанется. Честно говоря, я, правда, не помню, где он находится. Так, ну, явно не здесь, да, ведь? По-моему, нет. Это где-то в самом низу. В самом низу, с левой стороны, если я не ошибаюсь. Фотография местного врача. Так, это понятно все. Записки... Так, подождите, а где ржавый ключ? Где мне найти те листочки? Саквоеж, это все не то. Это у нас рецепт. Вот незадача, я позабыл, где мои листики эти. Талоны, листовка. Так, не, на самом... А, ну-ка, нет, не то. Приглашение. Но ведь, по идее, должно быть здесь. Мясорубка, саквояж. Фотография доктора.
Я не помню, может быть, это на другой страничке надо. Ага, вот, вот она, смотрю. Так, 8-7. И здесь 4-2. 42-87. Все понятно. В общем, пароль нам уже известен. 42-87. Теперь осталось только найти эту... эту комнатку, этот домик. Сходить и вскрыть. Я надеюсь, там что-нибудь путнее да будет нас ожидать. Черт, как же я хочу вот туда попасть. Там же какой-то спуск, я смотрю, ведь в погреб. Стопудово. Да, этот ключик не подходит. И сюда, к сожалению, тоже. Жаль, конечно. Ага, вот, вот он, ребята. Вот он, сундук. Так, 42-87, да? 40... Да что ты... Давай, 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 еще, еще, еще. Так, 42... 87. Отлично. Ну и что же тут будет? Ну не подведи меня, сундучок. И все. Самодельный дробовик. Коктейль Молотова, значит. Фотография свиноматки. Охренеть. Она что там, ее вилами кормит? И две веревочки. Но это, честно говоря, какой-то бред. Сделать такое задание ради обычного лута. Никакого ни ключа, вообще ничего. Да, немножко расстроило меня вот это похождение наше. И здесь, я как понимаю, больше никого нет. Зашибить я здесь никого не могу. И полутать тоже. Одни вон только трупики лежат. Ну что же, делать нам нечего. Надо идти к пареньку и отдавать ключ. Кстати, вот мне хотелось бы узнать от вас, ребята, если я этот ключик отдам оборотню, у меня поменяется сюжетная линия или нет? И вообще, стоит ли отдавать его парнику? У меня здесь, как я понимаю, два варианта, да? Отнести оборотню и отдать пацану. Дверь... А, кстати, а дверь у бабки можно открыть, где якобы сидит красавица? Даже три варианта у нас получается. Ну, ребят, как сказать, мы с вами проходим ее в первый раз. Я после основного прохождения попробую ее уже, как говорится, внеурочно пройти уже по другой немножко ветке. И посмотрю, а концовки я уже вам выложу отдельно. Потому что игра мне очень это понравилась. И я думаю, что меня хватит еще на разок, чтобы пройти. Потому что здесь я уже все знаю, все пароли знаю. Мне даже не обязательно будет много чего проходить. Просто... Оу, смотрите-ка. Хе-хе, кренделек тут еще сидит один. А, смотри-ка. Опа. Голубчик. И что это такое? Банка с мясом. Банка с приготовленным фаршем. И самогон. Что ж, довольно неплохо. Сидел он там. Побухивал и, видать, фаршиком-то закусывал. Но я ему трапезу-то быстро оборвал. Ну, здесь, я как понимаю, больше нечего делать. Давайте возвращаться, и нам надо бежать к пареньку в силосную башню. По-моему, там он нас будет ждать. Время 2:30. В принципе, нормально. Мы должны успеть, наверное, сбегать туда и обратно. Так, сделать мы ничего не можем. Так что со спокойной душой рвем копыта именно туда. День, а совы почему-то тут воют. Хотя они ночные птицы. Грибник, а ну-ка выпрыгивай. Хочу на тебя посмотреть. Что ты за такое чудище? Блин, атмосферка, конечно, у игры вообще сногсшибательная. Это кто? Кто тут у меня бегает, а? Аборигенушка, иди-ка сюда. Ответишь за все, за все свои ночные похождения в мой дом. Эй, завязывай, чувак. Что там у тебя? Пустая бутылка и тряпка.
Ну что ж, довольно неплохо. Особенно тряпка мне очень пригодится, потому что бинты нам всегда нужны. Ну и коктейль Молотова можно сделать. А это что? А, ну это старый перец валяется уже фиг знает сколько здесь под этим валунком. Я решил, наверное, отдохнуть. Ага, а вот у нас и скрипач. Игруля, блин. Научился бы играть бы для начала, а потом бы уже дрынькал. Хотя, почему? Он, наверное, тренируется, учится. Самоучка причем, как-никак, ребят. Только вот не понимаю, зачем он там поставил эту музыку с колонками. Мальчик прекращает играть и опускает голову, избегая моего взгляда. Я видел, как крестьяне везли на тележке мертвую синоматку, ту, которую называли матерью всех свиней. Она совсем не такая красивая, как мне говорили. Не то, что красавица, ребенок опускает глаза. А та свинка была немного похожа на меня. Мальчик хлюпнул носом и потер обезображенной рукой маску. Крестьяне так ее оплакивают. Я видел, как они пробуют пробраться через заросли деревьев. Как вы думаете, это возможно? Мама мне когда-то сказала, что лес безграничный, и с другой стороны ничего нет. Так, паренек, я тебя прекрасно понял. И это все, что ли? Все, что ты мне мог сказать? Да. Ладно, ему, значит, не так было важно, убьем мы свиноматку или нет. Он нам рассказал про деревню, что там какие-то передряги происходят. Ну, а нам надо идти, блин, в старую рощу. Ё-моё, вот это, ребята, будет жесть. Но ничего поделать мы с этим не можем. Я вот, кстати, смотрю, время 4 часа. Успеем мы туда сбегать или нет? Нам нужно найти, я так понимаю, жилье этого мальчика, где находятся его родители, и забрать для него скрипку новую. Для чего нам и дал, в принципе, свою эту... Оп! Черт подери, я ее только заметил, хотел остановиться, но почему-то рванул вперед. Я же видел этот капканчик, но только когда попал, я... Не надо. Так, давайте заберем. В данный момент у меня стоит на однозарядном дробовике. Мощная штука, убивает на раз, причем практически любого гада. Вот жук, черт подери, смылся от меня. Жуки это хорошо, для бронежилетов самый смак. Ну, а броник вы сами знаете, очень хорошо. Да что ж такое, не... ё-моё, ну... Грибник, чертов! Это все ты виноват, ты рассаживаешь тут грибы эти, а? Что за звуки такие? Давайте-ка вот так вот подкрепимся маленько, а то... Я слишком сильно действовал. Ну что, где у нас тут проход-то? Ага, вот дорожка, вот он. И проход в рощу. Время, правда... Время-то, правда, поджимает. Так, а вот у нас тут оборотень стоит. Давайте-ка с ним покалякаем. Чего мясо? Смотрите-ка, сплетничать. Браво, мясо! Наконец-то не слышно этого невыносимого свиного визга. Хе-хе-хе. Оборотень неожиданно дает мне пощечину. Я уже слышу плач бабья и мольбы холопов, которые просят лес вернуть свинью к жизни. Бедняжки не знают, что их рыдания никто, кроме меня, не слышит. Ха-ха-ха. Оборотень громко рассмеялся. Ну, это услада для моих ушей, мясо. Это меня успокаивает. Теперь, наконец-то, я высплюсь на пару лет вперед. Ставлю на то, что они попробуют пройти через заросли. Ах, какая жалость, что я не могу поближе посмотреть на них отчаянных. И еще кое-что, мясо. Передай им привет от меня, когда будешь в деревне. Передай им привет. Ну, тут волей-неволей меня подталкивают обратно идти в деревню. Оборотень тянется дрожащий от возбуждения лапой в карман. Он достает из него какой-то предмет и бросает его на землю. Бери! Хорошо, беру. Ну, показать нам, в принципе-то, и нечего, да? Фотографии, это все ему не нужно. Торговать.
55 очков всего у нас репутации. Так, попробуем взять. Хватит нам денег, нет? А почему бы и нет? Мясо нам все равно не нужно. Я думал, паренек хотя бы захочет кусок мяса, но, как видите, ему оно не понадобилось. И это очень жаль. Неужели не получится выторговать, а? Самодельный дробовик не хочу продавать. Хотя он стоит 50 всего. Но он пригодится. Все-таки два выстрела на халяву сойдет. Оу, все у нас получилось. Нормуль. Главное, что у нас есть обойма. И тряпочку заберем. Все, теперь мы больше ничего не сможем у него ни купить, ни продать. Время 5 часов. Я даже не знаю, стоит ли... Так, что такое? Что это там у нас? Я не понял. Ага, вы смотрите. Улучшение ячеек он дал. Да что такое-то, а? А я не могу использовать, у меня... Не пойму, у меня по максимуму, что ли, а, ребят? Да как бы так сделать? Как тебе использовать-то, а? Оу! Все, very good. Отлично, еще одна ячейка у нас образовалась. Таблеточки поставим. И давайте коктейль Молотова. Шестой час, нет, мы не успеем уже в рощу. Побежали домой. Дождемся ночи, а уже на следующее утро рванем прямиком туда. Опачки, ящичек. Ну, хорошо, что отмычка у меня есть. Что нам дадите? Металлолом. Замечательно, капканчик тоже сойдет. Самогон. Так, погоди, погоди, не нападай на меня пока. Где ты тут, тварина? Запряталась. Чё-то нет никого. Ладно, бежим. Бежим тогда дальше. Сожгу я эту плесень. Вот так вот. Чтобы мог нормально, спокойно и безопасно включать себе генератор. Надоела она здесь уже. Оу, щит. Чёрт, а у меня и горючки нет с собой. Блин, надо забирать. Я, видимо, в последний раз, когда рванул, забыл отключить генератор, и он израсходовал весь бензин. Ну, хорошо, что у меня есть на запас. Сейчас заправимся. Время уже 8 часов почти. Сейчас начнется Вальпургиева ночь. Так, ну этого маловато. Давайте, наверное, тогда еще одну канистрочку заправим. Хотя, блин, тут уже такой звук начинается, что меня немножко стремает. Давай, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ну, вот этого должно хватить на две ночи. Запускаем. Все, и быстро, быстро ныкаемся. Да ладно, уже что ли? Я же еще ничего не успел. Вон, вижу я его. Вот он бежит, гад. Этот абориген кучерявый с посохом. Понятно. Где он там? Блин! Да что ж такое? О, готов. Забираем посох и бутылку. Вы представляете, да, еще ночь не наступила, а он уже по моему дому шоркается. Одиннадцатый час. Так, надо как-то нам так же сделать. Да хорош, уже начинается. Еще один, где он там? Ну, сейчас ты мне получишь гомункула. Оу, щит, как же я прозевал, что у меня в оружии закончились патроны. Да, это был мой косяк. И вся ночь у меня пролетела на смарку. Соответственно, никаких очков репутации я не получаю. Давайте хотя бы посмотрим, что у нас есть. Так, торговец, давай-ка нам 238 очков. Ну, это неплохо. Все берем, что нам в первую очередь нужно.
тряпки, естественно, проволока. Сами понимаете, все для чего это нужно. И я думаю, еще, наверное, возьмем с вами металлолома. Он, в принципе, всегда нам нужен. Так. Отлично. Что мы можем выложить? Ага, посохи не объединяются. Делаем отмычку сразу же. Это хорошо. И что бы нам еще? Однозарядный пистолет. Это, кстати, мы сейчас продадим. Насколько он там потянет? Да. Не айс, конечно же. Оу, елки-палки, да как же так, а? Совсем забыл про этот капкан, про свой же, а? Так нелепо вляпался. Ну давай, быстрее ты вырывайся из него. Придется забирать как металлолом. Дверь, рюкзак. Ага, это мой рюкзак. Все-таки я теряю вещи при убийстве, или как это назвать. Вроде бы как бы и не умираешь, и в то же время теряешь вещи. Обойма и пустая бутылка у нас остается. Давайте вот сюда. И еще одна бутылка. Так, ну что, теперь я думаю, мы можем с вами... Погодите секунду, сейчас выложим посох. Хотя этот посох можно продать. Да, мы вот так вот сделаем. Лопата у нас есть. И вот так. Нам нужны сейчас с вами очки. Мы будем вооружаться по полной программе. Давай-ка вот так сделаем. Не помешает, поверьте мне. Лишний фонарь никогда не бывает. Так, получились тогда посохи. Сколько это уже? 30? 130? Да, я думаю, что нормально. На этом закончим. 300 очков. Хм. Банку эту выложим. Хотя мне такое впечатление, что эту банку можно было бы отнести пацану. Он же просил у нас кусочек свинины. Но вдруг он будет этот фарш лопать. Кто его знает. И у нас с вами три обоймы. Чиним лопату. Все, теперь мы полностью готовы отправляться в дорожку. Сейчас мы побежим. Два патрона и две обоймы. Один капкан. Так, вырубаем генератор и бежим уже. Как я, конечно, не хочу туда идти, в эту рощу. Сейчас начнется там эти трупоеды бродить. Где-то псина была, я слышал ее рык, но не вижу. Ну, вылази давай, хрустит там где-то в кустах. Собака провоцирует меня, а? Причем, да, заметьте, что все вот эти вот трупы людей, животных, они не исчезают. Они так и валяются. Что очень редко для многих игр. Если память мне не изменяет, нам нужно держаться, по-моему, вот этой тропиночки. И идти именно по ней, она как раз выведет нас на мостик. С дробовиком, я думаю, буду себя чувствовать более увереннее. Кто-то все там шоркает, ходит, а? Следит за мной. Так, это у нас логово оборотня было по левую сторону. Здесь у нас, ага, гвозди. Ладушки пригодятся. И мост. Наконец-то мостик у нас. Будем наготове.
О, вот он, этот пожиратель. Хе-хе. На удар. Ну, радоваться рано, их здесь очень и очень много еще. Так. Оу, щит, я забыл перезарядиться. Блин, совсем забыл, что он однозарядный дробовик. Эй! Три. Ну, хорош уже, блин. Четыре. Пять. Шесть. Да ну нафиг, шесть пуль нужно выпустить, чтобы эту гадину убить. Это из обычного пистолета. Выходит так, что пистолет против них малоэффективен. Нужно применять дробовик. Ну, два куска мяса у нас есть. Мы с вами поправим эссенцию потом, когда вернемся домой. Так, стоимость 200. У меня обойма-то... Так, да, два патрона есть. И два... Как говорится, две обоймы еще есть для пистолета. Ну что ж, продолжаем идти. Нужно найти нам домик. Домик этого мальчика, где живет его мама. И попросить скрипку. Давайте вот так вот по правой стороне с вами прогуляемся. У нас как бы здесь не открыта территория. И я думаю, что есть смысл сюда сбегать. Все темно, все мрачно. Но я еще бегаю без фонаря. Старая роща. Ну, этот труп мы однозначно трогать не будем, он взорвется. Опа, на железнодорожные какие-то пути. Все в хлам уже сломанные. Ну-ка, если по ним пройтись, куда они нас приведут? Значит, когда-то здесь была железная дорога. А это означает, что была цивилизация. Хотя не факт, что это магистраль, а может быть какая-то местная. На рудники, предположим, да? Ну, нас это мало волнует. Нам нужно совсем другое сейчас. Ну, практически всю сторону я правую пробежал, пока ничего хорошего не нашел, кроме путей, которые мне ровным счетом ничего не дали. А это что у нас, сундук ведь? Да, ящик. И у меня как раз есть отмычка для него. Здорово вы, ребята, подкололи. Пустой сундук. Блин, только отмычку потратил зря. Ай, жаль, жаль, конечно. С проволокой здесь, я смотрю, вообще напряженка. Ее можно приобрести в данный момент только у торговцев. Куда я иду? В какие-то дебри. Даже не знаю, в правильном ли направлении. Курс мой настроен. Так, секунду. Жуткий дом. Ого. Жуткий дом. И что же в нем жуткого, а? Фига тут музычка-то началась. Забаррикадированные окна, я смотрю. Значит, они здесь защищались от кого-то. А это что? Что за сарайка? Тряпки. Опять же ничего нету. А, это толчок. Ну, толчок нас не интересует. А вот это уже интересное. В доме корни дерево пустило. Давайте-ка фонарь оденем, чтобы было посветлее. Генератор. Неужели работает? Гвозди, доски. Опачки. Не понял. Он что, двигался сейчас только что? Ай, цуладжоп и дох. Похож на мертвого, но еще двигается. Кожа у него бледная и сухая, глазницы пустые, а зубы черные. Ничего себе, полуживой мужчина. Ну-ка попробуем. Не может быть.
Все, вроде бы как добил. Уже не двигается. Обалдеть. Грубо говоря, полуживой труп сейчас только что мы убили. О, грибы. Их надо нам обязательно собирать, потому что эссенции осталось совсем чуть-чуть, и у нас будет... Блин, я не успел забрать. И у нас будет новый скилл какой-то определенный. Или талант, как хотите называйте. Еще одна дверь. Главное, чтобы не было никаких приколов здесь. Никаком чудило не выпрыгнул или еще что-нибудь в этом роде. Все трещит, скрипит. Опа, человечек из каштанов. Какой-то амулет или оберег. Сигнальный фонарь. А тут что у нас? Обыскать. О, часы. Ха. Одежда. Две тряпки. Часы, кстати, одни мы сможем продать. Что там написано? Шкаф. О, армейский фонарь, изолента. Это, конечно, все. И грибы. Пол вокруг шкафа весь в царапинах. Видимо, кто-то его много раз передвигал. Слушайте, по-моему, за шкафом что-то будет. Что сделаем? Давайте выкинем камень. Заберем грибы. Надо будет шкаф этот отодвинуть обязательно. Полуживая женщина уже долго лежит в этой воде. Обыскать. И ничего нету. Что это за женщина там? А смотрите, полуживая. И причем она... Оп! Долго лежит здесь. Я ее освободил. Так, а шкаф нужно... Так, давайте заберем фонарь. И горючее. Вот так. Ну, больше тут нет ничего, только если отодвигать. Что там у нас спрятано? Ага, картина на стене. Ух ты, скрипка. О, так это домик этого получается? Пацана, это мать, что ли, его лежит в ванне? Получается так. Камень блестящий. Слушай, довольно неплохой лут здесь. Я бы сказал, даже очень шикарный. И пустая бутылка. Ладно, она нам не к спеху. Полуживая женщина. Ну так она уже мертвая. Ну что же, скрипку мы получили. Теперь нам остается только одно. Идти обратно к пацану и отдавать именно скрипочку. И смотреть, что он нам будет рассказывать. Здесь еще, давайте не будем забывать, есть... Убежище. Блин, что это радио? Никак не взять. Выключаем. Что-то не выключается, вообще не функционирует. Давайте искать тогда отсюда выход по-быренькому. Вот так вот. Третий час времени у нас. Хорош, 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 тихо. Оу, е-е-е. Так, прыгай. Хе-хе. Это не лопата размахивать. Блин, нафиг ли я? Куда я этот кусок мяса возьму? Давайте, наверное, вот так сделаем. Эх, вот почему ты не можешь его положить, а? Надо вот обязательно выкидывать. Так, и странное мясо. Все. Давайте-ка тогда мы с вами, наверное, найдем здесь убежище. Затопим печку. Поедим. Так, ящик. Ну, отмычек у меня больше нету. К сожалению. О, смотрите-ка. Камень что-то без... Или мне кажется? Где эта псина-то? Вон она стоит. Оу, тут еще... Блин, куда же мне это все помещать-то? Надо срочно бежать. До этого, до убежища. Канистра с бензином, таблетки, спички и капкан. Открыта новая локация. Неизвестная якобы. Так, псина, успокойся. Вот нарывается, а?
Блин, это еще кусок мяса. Ах, какой соблазн взять. Неужели придется что-то выбрасывать нам, а? Нет, лучше мы выбросим, наверное, мясо. Инвентарь и так очень полон хорошими плюшками. И мяса там предостаточно у нас. Где же это убежище, а? Где-то должно быть... Ага, вот оно, по-моему. Или нет? Вроде бы как да. Сейчас мы найдем сюда вход. Да, это убежище. Потому что здесь пилорама стоит, а она только возле убежища. Что там бродит? Кто там ходит? Давайте закрываться. Здесь мы не пройдем, потому что, как видите, там плесень находится. Придется бегать. Не выйдет у нас такой фокус. Факел, где наш факел? Давайте вот так будем сейчас прожигать. Вот так. Нам нужно до печки добраться. Печка как раз у нас сейчас направо. Вот она, печурка здесь стоит. Давайте ее закочегарим. И съедим сразу здесь все мясо, которое мы с вами нашли. И грибы. Пока оно не испортилось. Оу. Шикарно. Выбираем. Осторожный шаг. Аппетит. Можно восстанавливать здоровье, поедая дерево. Раз в день можно отпугнуть находящихся поблизости врагов. Знать бы теперь, что нам лучше взять. Крик. Аппетит. Слушайте, ну деревьев у нас же много, всяких досок, бревен. Может быть, мы выберем аппетит, будем жрать доски и восстанавливать себе здоровье. А это экономия на аптечках. Так, хорошо, теперь слабые легкие. Слабость. При низкой выносливости удары будут слабее. Выносливость будет дольше восстанавливаться после истощения. О-оу. И что же нам выбрать? Выносливость будет дольше восстанавливаться. А тут при низкой выносливости удары будут слабее. Слушайте, я думаю, что, наверное, мы сделаем... Ну, не слабые легкие, это однозначно. Давайте слабость. Слабость изучаем. Да, будем жрать дерево и слабость. Все. И опять нас торкает. И что в этот раз нам покажете, господа галлюциногены? Очень хочу посмотреть. Ну что за тишина? Опачки. Я в каком-то здании. Ха-ха. Ну что ж, смотрите, как цивильно тут все сделано. Открываем ее, заглядываем. Вау, велосипед даже. Это что за офис? Какая-то развалюха. Смотрите, компьютеры везде. Оу, Марцин. Это что, программисты решили прикольнуться? Выложить свои фотографии? Я вообще не сторонник принятия стимуляторов во время творческого процесса, но винишко никому еще не повредило. Вот оно как. Действительно, они прикалываются. Что же, это довольно неплохой ход с их стороны. Каролина. Так, и Петрик. Пита. Какая-то пицца. А здесь что у нас такое? Оу, это картиночки. Видимо. Ну и размазня, да? Я бы лучше нарисовал. Так. Стулья. Ну, они нам не нужны. А тут что за картинка? Ага, картинка грибов. Свиноматка вон я вижу. Мальчишка. Короче, это зарисовки ихние. Ну, это какая славная семейка. Это, видимо, чья-то семья. Так, диван. Ну, мы не будем смотреть. Книга благодарностей. Ага, это у нас, грубо скажем так, титры всех программистов.
Что ж, неплохо. И плита. Это какая-то пародия на плиту. Плоская черная поверхность с нарисованными кругами. Что за дивный сон? Я с тобой полностью согласен. Раковина доверху забита грязной посудой. И какие-то каракули. Так, ладно, одну комнатку мы с вами посмотрели. А что еще нам открыть? Она заперта, можно открыть с помощью отмычки. А у меня нет отмычки. Ай-яй-яй, вот это засада, ребята, представляете, да? И все, что ли? Блин, а если бы я, интересно, пошел в другую сторону? Что бы было бы? Так, время у нас 5 час, я не знаю, мы будем оставаться здесь? Так, тихо, факел мне еще пригодится. Наверное, нам придется все-таки здесь оставаться и обороняться. Ну, я имею в виду ночь. Ночь ночевать придется здесь. Ух, не успеем, наверное, мы добежать. Хотя, почему не успеем? Все успеем. Только вопрос в том, стоит ли оно того. Так, роща, роща. Ладно, покидаем мы ее, короче. Бежим к себе в родные пенаты. На... Тихо. Тихо, тихо, тихо. Где псина? На всякий случай, чтобы не было конфуза, как в тот раз закончились патроны, я профукал ночку. Да не, не, ребят, успеем. Еще 6 часов, как раз добежим. Нам все равно потом еще бежать к парню, отдавать ему скрипку. Так что я думаю, я делаю правильный выбор. Да и в том доме как-то, честно говоря, мне поспокойнее. Уж этот хибара слишком здоровая. Да где ты, а? Я не вижу этого пса. Но прекрасно слышу. Ох ты, смотрите-ка. Ай, не успел. Есть. Готов. Вот это мне пригодится. Панцирь обязательно нужен. И я вижу здесь яйцо. Внутри будто что-то плавает. Мембрана довольно тонкая. Может, я мог бы ее чем-то проколоть или пробить. Лопатой, конечно же. И здесь будет у нас кто? Зародыш. Ну, его мы съедим. Фу, это мерзко так выглядит. Есть какого-то зародыша. Фу, я же как представил, мне что-то дурно стало. Но сюда мы забегать не будем. У нас нет на это времени. Время поджимает. Давайте по-быренькому это все дело оббежим. Ну что у тебя опять отдышка, а? Мужик, ты же вроде не куришь. А, такая слабая выносливость. Давай перешмыгиваем. Что такое? Поднялся ветер? Или что такое? Что там за забывание? Немножко, по-моему, сбился я с курса. Хотя нет-нет, дорожечка идет. И куда-то нас ведет. Стоп. Разве так должно быть? Ага, вот. Вот он наш родной дом. Ну что же, будем потихонечку подготавливаться. Но для начала мы все это съедим. И включим генератор, конечно же. Так, ну что же, бензина хватает. Все отлично. Так, закрываемся. Тихо, я сказал закрываться. Да что ты... Так, давайте-ка, наверное, вот так вот поставим. Надо потихоньку закупориваться, потому что... Ночь на дворе уже не за горами. Вот так вот, самое то, что надо. Верстачок, верстачок. Что мы тут можем сделать? Мы сделаем себе броню. Так, и сразу оденем ее. А что нам здесь сделать, а? Шкаф мы можем, в принципе, подвинуть. Блин, давайте возьмем где-то сейчас досок с гвоздями, потому что у нас, оказывается, нет двери. Гвозди, а доски-то есть доски? Ага, досок нету, называется. Нормуль. Кстати, да, печку-то надо зажечь. Хе-хе, чуть не забыл, что... Мы же в той локации и съедим зародыш. Фу, елки-палки, и грибы. Все, короче, подъедим. Коэффициент полезного действия 4. Было написано там.
Стоит ли мне брать с собой самодельный дробовик, а? Хотя зачем? У меня есть обычный. Два патрона к нему. И пистолет. Так, вот это мы выкладываем. Стоит брать. Давайте пока не будем. А возьмем банку. Я вот просто думаю, можем мы съесть ее? Вдруг дает что-нибудь. Смотрите-ка, нет. Нельзя. Значит, это какой-то... Или для задания, или же просто так, на продажу. Канистру выкладываем. Открытка. Нужна ли нам эта открытка вообще? Ходим с ней, блин. Так, зато у нас есть камень и скрипка. Две дроби. Время уже 8 часов. Надо подготавливаться. Так, здесь закрываем дверь, ванну эту переставляем, закупоримся по полной программе, короче. Я готов встретить недругов. Будет кто-нибудь, нет? Тихо, уже что ли? Ага. И, блин, как по своей квартире ходит, а? Два! Опа-на, замерли. Просек, гад. Бинго. Ну... Ай, кончились патроны. Так, давайте тогда вот так вот. Отлично. С этими сосунками мы справились. Не, дробовик, конечно, очень хорошая вещь. Мощная, сами видели, на выстрел просто убивает. И закрываемся опять. Все, сейчас уже будет ночка. И самое веселое будет впереди. Что-то страхом повеяло. Оу, нет, нет, только не эти. Вы прекрасно понимаете, кто сейчас к нам придет в гости. Ой, это сам этот король воронов. Вон она пошла, плесень. Сейчас начнет топать. Ой-ой-ой-ой-ой. Рычит там, блин. Боюсь, не справлюсь. Так-так-так-так. Стоим-стоим, ждем. Опачки, кто-то стучится. Давайте-ка глянем. Там какой-нибудь нам подарочек должны оставить. Да цепись от этой ванны, что ты прицепился-то к ней, а? Дурень. Так, что тут лежит у нас? Капкан. Ну, тоже неплохо, в принципе. Давайте закрывать. Вот-вот, слышу я, идет гаденыш. Давай, выходи. Я в тебя коктейль Молотова запущу. Вот-вот, он проходит, проходит. Сейчас будет орать. Как ненормальный. Ну. Ага, вот он. Получи, гад. Ну, теперь я готов. Вот они, уроды. Поползли. Да что такое-то? Ух ты, шикандос. Ребят, неужели мы справились с вами и практически без потерь? Броник все-таки рулит. Это хорошо. Он нас выручил в этот момент. Вон, трупец лежит, обгоревший. Ну и заодно плесень. Мертвая банши. Что? Мертвый жук? А почему? Почему панциря не было у этого жука? Закроем проходик. И, кстати, наступает утро. Вы слышите этот приятный на слух звук. Лишь бы никого опять не было. Да какого лешего? Подвинул, называется, ванну и открылась почему-то дверь. Странно, конечно, это все. Давай, 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 солнышко, вставай. Ух, и получим, наверное, 150 очков репутации, а там посмотрим. Надо, конечно, покупать отмычки, тряпочки. Ну, в общем, у меня тут списочек уже подготовлен.
Что приобрести? Да, да, ребята, именно так и есть. 28-й день у нас наступает. 150 очков. Торгаш поджидает нас. Давайте-ка с ним торганемся и пойдем к пареньку отдавать ему скрипку. Так, погоди, погоди, тут плесень. Факел есть. Давайте-ка немножко расчистим здесь. Вот так вот. И вот так. Всю не хватит истребить, верно? Ай-яй-яй, плохо. А, мы можем сделать. Че я волнуюсь-то? Так, давайте продолжим уже полную зачистку. Нечего здесь делать. Это, кстати, Банши все делает вот эту вот гадость, мерзость по моей квартире. Ну, так. Подожди-ка. Оу, часы, да-да-да, я же забыл. Сейчас мы хорошо торганемся в этот раз. Забирай часы. Блин, 150, так дешево на продажу идут. Так, блестящий камень. Так, посох. 15 всего стоит. Да, подтверждаем. Возьмем мы, наверное, с вами ткань. А стоит ли ткань брать? Ну, возьмем на всякий случай. Так, он кивает, согласился. Еще 280 очков остается. Угу. Давайте возьмем проволоку. Нам отмычка нужна. Обойму. Магазин. Потом возьмем с вами патрон. 80 очков осталось. Ну, конечно, этого мало. Но, тем не менее, хоть как-то справились. Мне сейчас интересует, можем ли мы... Да, можем. И мы делаем. Ячейка быстрого доступа. Замечательно просто. Так, броник-то, конечно, покоцанный хорошо уже, да? Так, армейский фонарик. 225 он стоит, представляете? Довольно хорошая сумма. Ну что, будем брать горючку? Давайте возьмем, потому что нам нужны сейчас доски. Виллу, кстати, мы эту продадим. А может быть их... Давайте обе, наверное, продадим. Сколько мы за это получим? Вилла. Еще одна. 175. Хоу, неплохо, я считаю. Но не хватает на топор. Топор я, конечно, сделаю как-нибудь в ближайшее время. Обязательно. Усилию, я думаю, что это будет довольно хорошее орудие. Что для атаки, что для прорубания себе, как говорится, пути. Если где-то будет что-то лежать. Ну что, только тряпки. Давайте вырубать тогда генератор, чтобы он там в холостую не работал. И зарядим пилораму. Будем делать доски. Горючки, наверное, хватит у меня, чтобы все это пропилякать и наклепать себе досок. Да, две канистры, я думаю, даже три за глаза должно нам быть. Давайте заправлять. Так, 25 единиц у нас уходит на один проруб, так скажем. Канистра пустая, ну-ка давайте-ка. Угу. Одно бревно осталось у нас. Пускай оно там лежит тогда. А мы с вами сейчас кое-что тут поделаем. Мне нужно сделать вот здесь вот дверь. Без нее как-то очень хреновенько я себя чувствую. И вроде бы все. Остальное у нас все здесь закупорено. Все заделано. Блин, плесень тут еще. Так, сожрать мы ничего не можем. Да у нас ничего и не было. Что нам здесь не понадобится? Ну, конечно же, доски выкладываем. Объединяем. Так, посох.
Таблеточки. И эти доски тоже. Ну где старые-то? А, вот они. Тряпки. Так, давайте отмычку сделаем. И... лампу, лампу, я не знаю, лампа у нас одна. Две лампы, так что пока достаточно. Ну что ж, я думаю, надо отправляться. Хотя, подождите, мы лопату должны починить. Вот так, шикандос. Теперь все, идем к пареньку, к скрипачу. Отдавать ему скрипку. Я сейчас иду и думаю, а скажется ли смерть его родителей на нашу историю? Или же нет? Хотя он, наверное, домой никогда не ходит к себе, да? Он здесь ныкается, поэтому все должно пройти гладко. Сейчас мы отдадим ему скрипочку, он пойдет к своей там возлюбленной играть. Только что нам-то с этого, по идее, да? Сейчас узнаем. Музыкант. Мальчик прекращает играть и опускает голову, избегая моего взгляда. Скрипка. О, у вас получилось, это мамина скрипка. Какая красота. А маме понравилась открытка? Она хорошо себя чувствует? Мальчик смотрит на скрипку, затаив дыхание. Теперь я могу нанести визит моей красавице. Я сыграю ей серенаду. Вы навестите меня у родителей? Если они одолжили скрипку, то уже точно на меня не злятся. О, вот это засада, ребята. Вот это мне не нравится, поворот такой. Еще кое-что, а то забуду. Доктор уже записал нас на прием. Он так обрадовался, когда узнал, что у него новый пациент. Я ему рассказал о вас. Он принимает в развалинах поезда в северо-восточной части Старой Рощи. Ты молодец, парнишка. Насчет доктора-то что подсуетился. В северо-восточной части Старой Рощи. Надо будет запомнить это. И все, что ли, на этом, да? Так, ну это про тележку, что он мертвый. Слушайте, мне не нравится вот эта вот дурацкая затея прийти к нему домой и с ним там повстречаться. Там же он увидит своих мертвых родителей, точнее, мать свою. Вот это засада. Ну, буду надеяться, что на нас это никаким образом не откликнется. Все-таки не мы же... все там сделали. Мы пришли, и она уже лежала в ванне, так что с нас должны убрать все подозрения. Ну и чем мы займемся теперь? Время у нас 9 часов полдесятого. Можно разведать эту территорию, почему бы и нет. Нам здесь с вами бродить, ходить. И я считаю нужным открыть как можно больше локацию эту. Так, трупец. Его трогать нам не стоит. И еще один такой же. Слишком дофига. А это что такое лежит у нас? Ага, бревно. Значит, мы здесь были с вами. Пробегали. Возьмем гвоздей. Бревно. Не нужны нам эти камни. Все равно я ими не пользуюсь. Так, что у нас по бронежилету? Бронежилет практически на исходе, да? Но у меня... но у меня нету. Почему-то я думал, что у меня есть. Я, наверное, его выложил. Или не взял. Так, ладно. Давайте продолжим наши поиски чего-нибудь. Какого-нибудь домика. Мне бы хотелось полутать немножко. Чего-нибудь полезного для себя. Инвентарь пока позволяет что-то туда положить. Только вот проблема, знаете, с чем? С огнестрелом. Очень мало патронов. Надо было мне... жалко, что нельзя делать патроны на верстаке. О, тихо, 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 нафиг. Меня напугал, блин. Тут иду, размышляю, блин. О житье-бытие. Нет, да что за фигня-то? Ха-ха. Давай сюда тряпку и пустую бутылку. Это уже гаденыш вылокал весь самогон. Зараза, и... ходит тут, буянит. Честной народ пугает, блин. По лесу. Так, ладно, с этим говнюком мы расправились. Время 11 часов. Слушайте, времени у нас просто валом. Мы можем тут обойти
практически всю карту, наверное. Главное, чтобы какой-нибудь хмырюга сюда не вышел. Оу, обожаю вот такие вот полянки. Так, там трупец трупоеда, значит, мы здесь были. Предлагаю отправиться в старую рощу и уже там побродить. Но, как вы поняли, что здесь уже далеко не аборигены бегают, а именно трупоеды нас будут здесь навещать. Причем очень часто. Давайте вот так пойдем, наверное, по прямой. Может быть, куда-нибудь и добежим. Капкан обязательно заберем. Металлолом всегда нужен. Так, опять потемки, а? Ну-ка, где у нас тут? Ну, давайте этот поставим, пускай уже догорает. Все равно осталось чуть-чуть. И я вижу еще один капкан. Неплохо тут устроили засо... А что такое, не понял, подождите секунду. Ага, поспешил просто. В первый раз. Погоди-ка, это звук знаком. Нет, только не трупоед. Два, три, по-моему, шесть надо. Четыре. Твою дивизию, а! Лопата, наверное, не поможет здесь. Ха! Нет, да я ж думал, грохнул его. Смотрите, он какой-то уже хромой там весь идет, корявый. Отстал, что ли, от меня? Так, да, у меня есть возможность. Зачем я факел взял с собой, а? Мне нужен вот это вот. На! С факелом против него. Ну, что там у тебя? А, у тебя же, да, деликатесное мясо, которое дает нам эссенцию. Кстати, да, я сейчас вспомнил, что коктейль Молотова достаточно эффективное оружие против вот этих вот ползунов. Перебинтуемся, потому что с жизнями вообще напряженка. Так, и патронов-то у нас, по-моему, нету. Оу, кисло. На пистолете-то есть? Ага, есть еще обоймочка. Куда-то идем. Непонятно куда, правда. По карте мы не отмечены. Ну, должны что-то с вами увидеть. Так, секунду. Вижу какие-то развалины. Колокол. Крест. Оу. Церквушка, что ли? Только непонятно, почему она вот таким образом лежит. Приход. Так, и что у нас тут интересного? Опа, спуск. Вниз. А здесь ничего нет? Рюкзак. Пустой. Хм, пустой рюкзак. Ну, значит, кто-то был здесь. Спуск. На, нужен... Нужен код, но у нас нет его. Полочка пустая. Слушайте, не нравится мне это местечко, если честно. Ой, как не нравится. Шкаф. Ох ты. Электронная игра. Волк ловит яйца, а... Причем здесь вот это вот. Я, честно говоря, не могу врубиться. Вот мы находим всякие там сигареты, всякую чушь. Она у нас откладывается в инвентарь. Но для чего? Непонятно. И, по всей видимости, делать нам здесь уже нечего. Можно смело, наверное, отсюда выбираться. Так, это что там у нас такое лежит? Какая-то тряпка или... Ага, просто какая-то штука неактивная. Сейчас мы находимся в церкви. Где-то грибы, я слышу их. А, вот они. Я офигею, жрем какие-то грибы. Жрем какое-то мясо, блин. Ловим галлюцинации. И при этом тащимся. Одичаем мы так здесь скоро. Ну что же, продолжаем наш
путь в неизвестность. Петухи кричат. Неужели здесь где-то будет поселение? Давайте-ка вот так вот сделаем. Тихо, тихо, тихо. Это трупоед, по ходу дела. Мне бы его где-то обозначить. Погоди, или нет? Открыта новая локация. Трупы? Что-то мне не нравится название этой локации. Черт, тут еще и грибы ядовитые, а. Очень много грибов. Я бы даже сказал, тут усыпано все ими. Вот он. Ой, да их там и не... Он там и не один. Блин, опасно идти против двух. Заколбасят. И глазом не моргнешь. Может быть, попробуем обойти как-нибудь вот так вот. Стороной. Всяко будет безопаснее. Ох ты, камень светящийся нашли. Точнее, блестящий. Да где ж ты, падла, шоркаешься? Я ж слышу тебя. Кто-то попал в капкан. Я даже, в принципе, догадываюсь, кто. Ох ты. Давайте-ка заберем. Металлолом всегда в почете. И тупик. Слушайте, ну вот по левую сторону, если идти, еще очень много чего должно нам открыться. Будем идти по краю карты. И куда-нибудь да придем, рано или поздно, в любом случае. Так, тупик. Опять где-то... Где-то опять он шумит. Ну, правильно написали. Долина трупов. Древесина. Заберем, наверное... Оу-оу-оу, тихо-тихо. Это псина. Это псина. Получи. Блин, зря я, конечно, коктейль Молотова истратил. Мясо. Куда мне мясо-то это, блин, брать? Давайте вот так вот. Говномясо выкинем, а хорошее мясо... О, и тут еще вот так вот даже. Самогончик, капкан пригодится, конечно же, пригодится. Без самогона мы никуда с вами не пойдем. Давайте вот так вот сделаем. А капкан вместо вот этого. Все. Ух, лутанули чуть-чуть. Дальше давайте двигаться. Блин, хочу разведать эту карту. Хочу найти все лазеечки, которые здесь только есть. Все секретики. Зеленая травка, это уже радует. Это означает, что руины сарая. Открыта новая локация у нас. Ага, значит, мы нашли какой-то сарай. А вот это вот мне уже не нравится. Не говорите-ка только, что здесь будут псы. И причем очень много псов. О-о-о. У нас еще, кстати, и время поджимает. Может, есть какой-то вход с другой стороны? Может быть, и есть, только нужно его найти. Давайте-ка обойдем маленько. Вот сюда. Подожди-ка, я что-то не понял здесь. Здесь выход вообще. Ладно, ребятушки, нам, по-моему, пора отсюда валить вообще, потому что время поджимает, 6 час. Так, это у нас что такое? Домик охотника. Ага, вот даже как. Мы с вами обнаружили домик охотника. Так, это что такое? Что это за... О, нет, только не ты, псина. Сдохла? Нет, не сдохла она ни хрена. Черт подери. Да ну нафиг, да. Вот сейчас что, был прикол или как, а?
Псина завалила меня. Я в нее 3 раза выстрелил. Она же с 2 выстрелов должна была падать. Потерянные предметы. Блин. А, руины сарая. Ну что же, я сам себе сделал, так скажем, очередное задание. Спасать свои шмотки. Ну и заодно проверить. Не понял. Это что такое? Эй! Вы не припухли ли уже средь бела дня-то заходить сюда, а? Ха. Нормуль, я вам скажу, братки. Ходят уже как у себя дома, блин. Чё-то мне уже тут вообще нигде не безопасно. Даже в собственном доме. Даже днем. Так, давайте сделаем так. Так, сейчас камень мы этот с вами загоним потом. Торгашу. Бензин, бензин. Куда его выложить-то? Вот так сделаем. Ну что же, надо нам как-то с вами установить. Установить защиту. 3 капкана у меня, так? Так. Давайте включать генератор. А лопата, ну, немножко покоцанная, но, тем не менее, еще целая. Ё-моё, я что, опять что ли? Нет, все нормально. Все нормуль. Я уже думал просто, что на нем нет горючки. На нем есть все. И опять начался ливень. Верстачок ты мой родной, что ты можешь мне предложить? Давай сюда бензин. И, наверное, так, бутылки мы эти объединяем. Металлолом выложим, зачем он нам сейчас нужен? Вот так вот. Ну, пока вроде бы и все. Больше здесь ничего нам делать не надо. Хотелось бы, конечно, сделать бронежилет, но не хватает панциря от жука. Так, заправимся и еще хорошенечко. Чтобы, как говорится, уже не волноваться на будущее. И я думаю, что пол канистрочки, наверное, хватит сюда нам для заправки. Ну, около 3 сделаем. Вот так вот. Все, достаточно, я думаю. Ну что ж, будем сейчас обороняться, готовиться. Если сказать, что все спокойное, то это вообще ничего не сказать. Нет, 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 не надо только... Нет, только не этот гад. Все, началось, блин. Давай, прикрывай меня дверью. Ну, 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 ну. Давай, сюда, на меня дверь открывай, а не туда. Чё-то не спешит он. О-о-о, смотри, 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 что происходит. Отлично, вот это уже другой разговор. Мне вот так больше всего нравится. Теперь меня точно здесь никто не заметит. И, возможно, я простою здесь спокойно ночку. В своих кирзовых болотных сапогах он там бродит. Так, первый, ну, не первый, а час ночи уже есть. Так что все хорошо. Начинается ночь призраков. Вон, видите, сами привидения летают. О-о-о, не надо, не надо. Нет, только не это. Черт, мне приходится выбегать, ребята, отсюда. Потому что, сами видите, нужно находиться возле света. Закрою нафиг дверь эту. Успеем, нет? Я вот что думаю, если, например, побежит на меня вот этот вот абориген и наткнется на вот эту черную хрень. Она, интересно, его убьет или нет? Я знаю, что они очень боятся света. Хотя, почему-то она, по-моему, разрастается. Давай сейчас еще на весь дом расплодись здесь. Как ни странно, никого почему-то нету. Ну, призраки летают, да, я ничего не скажу. Но по квартире никто не ходит. Причем, мало того, что у меня здесь свет горит, я еще и фонарь с собой ношу.
Так, тихо, тихо, тихо. Не надо вот этого делать. Не надо вот этого вот делать, буянить здесь. Это полтергейст, ребята. Это он. Так, скажем, невидимый дух, который мы как-то в начале игры видели, который сидел там на кроватке и бубнил что-то. Это все дело рук его. Там у нас, как видите, два капкана стоит, так что насчет этого... О, все, 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 все прекратилось. Дай закрыть мне вот так. И все-таки мы дождались, дождались с вами. Ну, еще не совсем, конечно. Но утро-то впереди. Опа, это что такое? Эй! Да какого лешего вы творите-то? Ничего себе, блин, встал, а? Причем, смотрите, у меня очень мало хп. Очень мало. Ну, давай, 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 еще 30 секундочек. Надо срочно сожрать эту таблетку. Ух, неужели, неужели мы выжили эту ночку и переходим на 29-й день? Репутация увеличилась на 150 очков. Черт подери, чуть не вляпался в этот капкан свой. По запаре забываешь, что где стоит, блин, бегаешь, сломя голову, и рано или поздно напарываешься все-таки. Давай, родной, торговаться с тобой. Мне нужно тебе что? Мне нужна обойма, патрон. Мне нужны от тебя, по идее, вот так. Подтверждаем. Слушайте, мне нужна проволока, наверное, и тряпки. Тряпочки и проволочка. И, в принципе, все. Ткань не надо, наверное, мы не будем ее брать. Основное, как говорится, мы взяли, что нам нужно, что мы всегда используем. Нам бы не помешали бы бутылочки коктейля Молотова, да? У меня есть, у меня... А, у меня три штуки есть в инвентаре. Лампу. Так, лампу, кстати, надо убрать. Сделать отмычку. Однозарядный дробовик. Давайте-ка в инвентарь его поставим. Сделаем так. И будем, наверное, ребята, потихоньку уже переезжать на новую локацию. Здесь нам уже ловить нечего абсолютно. Далеко бежать с рощи, так что будем, наверное, перебираться туда. И там уже обустраиваться. Бинты, бинты как-то не особо хочу. А вот коктейль Молотова, это будет самое то. Давайте-ка, наверное, еще с вами сделаем. И я думаю, за бензин. Не будем тратить самогон. Он нам еще пригодится. Вызывать того же самого велосипедиста, который нам будет перевозить шмотки. Ну, вроде бы как и все. На остальное у нас элементарно не хватает ресурсов. Выставляем. Блин, как же я хочу себе автомат. А он должен быть здесь, потому что у нас для него есть обоймы. Но орудия пока этого нету. Все, да? Возьмем бинты еще, наверное, с вами. Для подхила. И вот так. Для атаки. Самодельный дробовик, наверное, тоже думаю взять. У него все-таки два выстрела. Как из обычного дробаша. А это минус два врага. И при удачном, конечно, попадании. Я думаю, на этой ноте можно завершить эту серию и уже в новой части продолжить наш переезд в сосновую рощу и уже там, как говорится, обустраиваться и выполнять всевозможные различные задания, которые там будут нам давать. Тем более локации там есть, которые еще предстоит нам разведать. А на этом я завершаю свой выпуск. Всем спасибо за просмотр и до скорых новых видосиков. Удачи вам!